Бип-бип, человеки. Сейчас я попытаюсь угадать то, о чем будет новый клевый мультфильм «Зверополис 2». Короче, погнали. Для того, чтобы отыскать похитителей злополучного дорогущего алмаза, Ник и Джуди обыскали дом енота, замешанного в этом дерзком деле. В итоге был найден компьютер, где хранились папки с компроматами на разных животных, в том числе и на нашу любимую пушистую парочку. Лис с крольчихой не делали ничего плохого. Ну подумаешь, занимали в полицейской машине средь белого дня. А пронырливый енот их сфотографировал. Такое могло случиться с каждым. Короче, ушастая копша сразу их удалила. Так вот, одна из папок выделялась на фоне других, потому что напротив имени было написано много восклицательных знаков. Это был змей по имени Гарри. Вероятнее всего, он тоже замешан в ограблении банка. Поэтому Ник и Джуди приняли решение найти этого скользкого типа. «Мне кажется, что у этого парня очень знакомая мордочка», — начала припоминать морковка, почесывая лобик. «Он же тусовался с твоим приятелем Фиником. Они вместе мутили какие-то незаконные дела», — продолжила говорить она, смотря на своего рыжего напарника. 100% это он. И его точно звали Гарри», — ответил пушистый полицейский. Николас попытался позвонить своему маленькому товарищу, но тот не брал трубку. Поэтому наши пушистики решили отложить свое расследование на завтра. Сегодня уже очень поздно и нужно хорошенько выспаться перед следующим забегом. Рыжий парень предложил своей ушастой подружке провести ночь у него в доме. Морковка с радостью согласилась переночевать у своего парня. Приехав домой, они легли на кровать и быстро отрубились, потому что день был длинный и тяжелый. Прошло 5 часов. Джуди проснулась чуть-чуть пораньше. Ей захотелось немного пошалить, но она решила не будить своего парня. Ушастая аккуратно достала из своей сумочки карманный и стала с ним играться. «Я очень сильно извиняюсь, но не могу показать то, что будет дальше из-за неприличных сцен, которые не нравятся Ютубу. Поэтому предлагаю перейти по ссылочке в комментарии и досмотреть ролик в моем телеграм-канале». Зверополис 2, горе не пита, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мультфильма мы второго, Зайка Лис, вместе будут по-любому. Зверополис 2, горе не пита, Ник и Джуди, да, вместе навсегда. Зверополис, ждем мультфильма мы...